находится на столе. Мы наблюдаем, мы с ней играем. А мы тут наблюдаем с ребятами, мы сразу наблюдаем. Вот бананчик, вот что у вас там такое? Это что за свалка такая игрушек? Что это за игра? Что там такое нашли вы? Что написано? Нескучное лото. Обалдеть. Давайте мы покажем ребятам, какие у вас мягкие игрушки есть. Целая гора. А потом поиграем в нескучное лото. Это вот зайчик самодельный. Кто тебе подарил зайчик? Это этого? Я зайчик. Понял, но уже не понял. Мой любимый котик. Да ладно, где ты этот банан? Ну-ка расскажи, откуда бананчик уела? Банан. Ты же выиграла его. Я выиграла. Смотрите. Птичка. О, сколько игрушек. Чувствую, тебе сейчас очень сильно понравилось. А вот этот кот, откуда у тебя этот кот, Ева? Это мой. Классный, очень классный. Да? Да. Пупы ты что ли? Пупы? А ну-ка, я очень не скучная лапа. Вот такое лото! Это лото! Где лото? Но смотри, это лото! Вот здесь лото! Окей! Сейчас съем это лото! Я такое большое с хвостом! Так, у меня с вами будет такая, нет? Со мной! Она будет со мной! Так, ну-ка, Ева, видите, давайте! О, что? Она будет вам говорить, куда играть? Что за лото? Ну-ка, давайте посмотрим. Это не скучное лото. Что это? Значит, скучать точно не будем. А что это за мешок, ребята? Стойте за банки! Сейчас будем, давайте мы сядем сюда. Я вот это... Так, прочитаем инструкцию. А что у меня именно колбу? Так, ну это стандартное, в принципе, лото, только там нужно... Все понятно. Так. Обычно лото просто с картинкой. А мне не а что это за мешок? Там в мешке. А это что? Вместо бочонка будут там картинки. Вот это. Да, все. Кто будет доставать? Я. Давайте будем голосовать. Вот Венки. Давай. Я хочу. Ладно, будет все, давайте. На 1, 2, 3, да? Давайте. Мы не будем от мамы, только вы голосуете. Нам, мы вам уступаем. Энки-бэнки, ели-вареньки, энки-бэнки, бац, Ева! Ева достает. Так, Ева, мешок твой. Пока не прошу, пусть лежит. Мы сейчас будем перемешивать карточки. Кто первый достает? Давай, мама. Я. Ну, давай, давай. Выиграла уже. Так, ты не комбиника. Всего, теперь все, да? Самую крутую карту, я уверен, она будет выигрышная. Это джекпот будет. Наша мама. Опа! Ну, пах возьмет себе среднюю. Пах. Так. Можно играть, получается, 6 человек. Будем играть 4. Так, Ева. У тебя мешок. Ты так бум-бум-бум-бум-бум-бум перемешиваешь и даешь вставать первой маме. Открывай мешок. Мама достает, ты мешаешь, мама первая достает. Давай. Давай, первая, ну, доставай первая, раз ты уже... Поглянуть нельзя! Нельзя, руку опускаешь и вытаскиваешь картинку. А что это, что это? Говори сюда, я. Буква, которую мы называем буквой. Буква К! А если хорошо Т. подумать? Т. Так, у меня Т, у меня буква Т. Так, опа! Так, теперь я. У меня буква Т. Так, что там пишут? О, смотри, здесь что пишут. Тюлень, теплоход. Вот это крутая игрушка. Слушай, так, можно и... букву учить. Какая буква у Федора выпала? Вот такая. Называй, какая буква? Не. Не. Читаем. Норка. Неваляшка. Неваляшка. Все, так. Федор, следующая мама. Потом я. Буква. С, у кого есть буква С? Сапля, ну, ты следи, у кого буква С есть? Считаем. Сапля. Сплю. Теперь я. Махалай, хочу букву Ю. Есть такая буква? Нет. Буква З. Я хотел З, выпало З. Не З. Нет, это С.
цифра 3. Здесь получается буквы и цифры есть. Это буква З. Я хотел Зи уже почти. Вот З. Я читаю. Заяц и замок. Заяц и замок. Так, кто же следующий? Лева, давай. Это ты. Ну-ка давай, доставай свою. Открывай. Буковку. Опа. Это буква. Показывает Федор. Федор назовет, сразу узнает букву эту. Ева! Опа, буква Г. Мало, не буква Г. Грач, гнездо. Грач. Ну, по букву Г. Ну ладно, ходит здорово, хотим карточки. Это твоя очередь. Давай-ка, ну-ка. Покажи класс. Буква, вот сюда. П! У кого есть П? П. Так, считай. Пират и пальма. У меня тоже. У него нет П. Да что ж такое? Да. Сейчас я хочу букву, букву, цифру, цифру, букву. Опа! Какая? У меня есть буква Ё. Ё. Я говорю, ёж. Ёлка. Крутые такие. А я ни разу не знаю. Теперь твоя очередь. Да блин, я не выдаю. Так. Так потянула, нет. Сейчас мамина очередь. Сейчас погоди. Моя, моя. Четыре. Четыре. Давайте буква Р. Рыба. Рак. Написано. Рыба. Рак. У меня нет. Что, ни рыба, ни рак, что ли, никого? На безрыбье и рак, рыба. О! Да, Ева? Ну давай, Феденька, говори. Это самое главное, назвать букву. Я прочитаю. Твердый. Знак! Ева, да ты вообще... У Ева, мамы! Опа, она еще и у мамы. Твердый знак. Знаешь, такую букву? Мам, здорово. Я хочу букву... Что ли букву изюм? Опа, она! Буква? С! С! И буквы? На это слово есть, смотри, собака. Следы. Вот они! Так, давай, да. Мам, собака! У меня очень много. Один. У меня один. Ева, ну-ка давай покажи класс. Достань что-нибудь. Э, а будет читать. Крутой. Написано цифра. Один. Ева, нельзя подглядывать. У меня теперь три. Буква. Какая буква? Какая буква? К. Буква К. Кисть. А у Евы? Карандаш. А буква К. Видишь, кисть, карандаш. А у кого нет? Ни у кого нет К. Все, мимо. Феденька, твоя очередь. Федор, давай. Да, тащи. Тащи. Давай, давай. Самую крутую букву. Буква А. А, буква, два, 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 у меня два. Давай, так. Все, я уже. Ты в туалет? Давай, бегом. Сейчас пока будем натянуть. Папа. Два. Наконец-то, на букву Я у нас слова ящерица, яблоко. Я тебя не буду. Да, за букву Я. Моя очередь падает. Яхта! Яхта! Это ты красавчик. На букву Я дойдем. Смотри, у Евы была букву Я. Хочу выиграть миллион долларов. Это молоко. Опа! Какая буква? Че. Че. Какие, какое ты слово знаешь на букву Ч? Черепаха. А ты на букву Ч? Черепуха. Черепух. А я знаю, знаете, я знаю черепаха и чайник. Все. А череп? Тоже пойдет. И краткая. И краткая, подождите, и краткая. Буква, какие там слова? А, какие слова? И ети, и йогурт. Дети и йогурт, оказывается, да. На букву и кратко начинается. Да. Обалдеть. И мы знаем, йогурт на букву и кратко начинается. Слышишь? Золото, очень крутая вещь. Учим буквы, цифры, слова. Б! Б, буква Б. Какое слово, знаешь, на букву Б, Ева? Б, 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 Б. У кого Б? У кого Б? Черепаха! А я...
булочка. Бусинка. А здесь, смотри, есть слово белка на букву Б и бутерброд. Так. $1,000,000. Ну, давайте хотя бы, ну, хотя бы там. Хотя бы. Это какой знак? Кто знает? Крестик! А ты какой думаешь? Плюс у мамы! Плюс! Молодец! У меня! Это написано 0. Ни у кого нет 0. 0 и не нужен никому 0. 0. Кому нужен, да? Ни у кого нет 0 и не надо. Сейчас будет по-любому твоя буква, цифра. Цифра. 6. Ну, ты должен все это угадывать на цифру. Ну, кого нет? Ну, все, убираем. Так, ел. Давай, тогда твоя очередь. Халай-махалай. Халай-махалай. Сейчас по-любому будет твоя. Ну-ка. Буква. Здесь. Мы. Мы. У-е-вы. Блин, я случайно подглянул Еву. Смотрите, на букву М. Я случайно подглянул. Медведь, малина. Я специально Еве выписала. Вот Еве натянул, Еве. Ускользнула, сейчас прыгнула. Двумя руками сейчас. Поймай. Вот Елена! Елена! Нет, да что ж такое? Получается, первая, которая сорвалась, была Елена. Какая цифра 5? Да! Цифра 5. Молодец. Цифра 5. Ну, а ты сорвалась. Я нашла Елену. Буква Д. Елена называет буквы. Буква Д. А какие слова знаете на букву Д? На Д. Какие знаешь слова? Какие слова на букву Д? Дракон и дыня. Я люблю Еву. Смотри, два дракона ест дыня. Так, Ева, ну все, давай вытаскивай $1,000,000 сразу. Что это? Фе. Федор. Ого, нету фе. Филин, футболка. Ну ладно, убираем копилку. В следующий раз кто-нибудь будет. Йо! Или это красиво? А ну-ка, давай лучше посмотри, какая буква. Я не вижу. Какая-то буква. Ю! 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 А кто это слово знаешь на букву Ю? Сестрёма, Юла и Юка. Так. О, это Ева! Ева! Вот, наверное... Была Ю! У тебя... Какая цифра? Моя! Ну ты прям совсем, там, видимо, была большая рыбина, да? Чуть не сорвалась, давай еще раз пробуем. Не надо так делать. Ну там, видимо, рыбеха сидит такая, серьезно, не может поймать. За хвост, держи, крепко держи. Тащи уже, тащи. Его, давай. Ну тащи, сейчас сорвется, вытаскивай. Буква И. Это моё! Игла и буква И. Искра. Искра. Как правильно пишется? Искра. 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 Моя бабочка. Мама. Вытащил. Как же нельзя? Как тут какой-то знак? Это минус. Я подумал, какой знак? Мы уже видели все. Написано минус, мама. Минус. Мама, ты вытащила минус. У нас Ева лидирует. Ну ладно. Там, наверное, акула тебя укусила, тянет на дно. Тащи давай одну, только одну, не подсматривай. Хитрюга. Опа-на. Ж. Какие у Феди Ж. Ура. Какая, подожди, какое знаешь слово на букву Ж? Жук, жопа. Ну вот жопа это прям самое то. Здесь написано жук и желудь. Почти что жопа. Так, следующий. Я ловлю рыбу. Минута тишины. Ух
Это мамина тоже мне не нужна. Возьми свою себе. Это моя. Опа! Бац! Бац! Буква! 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 Ууу, Лайка, молодец! Держу свою возьму. Уха! Уха! И удочка. Какую букву надо букву? У, слово. Улитка, удочка, утка, утка нос. Утюг. Так, ну я догоняю тебя, Ева, уже догоняю. Так, слушай, ну вообще игра просто крутецкая. Кто хочет выучить быстро буквы, всем советую. Так, что там у нас? Настал еще 4. Это у нас... Это какая буква? Ты как специалист по буквам, расскажи. Сегодня входил, пошел в первый класс. Первый раз, первый класс. Молодец, мягкий знак. Мягкий знак. У кого мягкий знак? У кого мягкий знак? Мимо. Это копилка. Сейчас мы расскажем. Такая, я прочитаю тебе мышь, сыр. Какая буква? Буква. Да, доченька, мама тебе Я побольше всех кричал. Плохо, плохо. Давай, давай, Федор, покажи. Покажи-ка нам класс. Так, не кричи. Ой, ё-моё. Что там, попал динозавр, наверное, да? Тяпнул тебе за ногу. Буква? Хэ. Хэ. Хлеб. У кого, Александр? Хомяк и хлеб, так и думал. У мамы, мамуля наша, держи. У меня так, чем же я так, это я, получается, Евину я не буду брать, Федин. Я почему я возьму Евину? Нет, возьму свою. Возьму. Чего я хочу? Мою! Твою, ладно, возьму твою. Мою! Вот, 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 вот. Раз. Yes, моя, моя, моя. Лай, маха, лай, маха, лай. Опа, какая буква, быстро называй. Буква. Буква? Я тебе слово прочитаю. Экскурсия эскимо. Буква? Молодчина! Мама наша уже. Ева, ну-ка давай покажи класс нам, девочка. Подсматривать нельзя, нечестно. Мы же честно играем. Тащи. У тебя осталась одна, ты почти победила, Ева. Давай. А вот глянь. Давай, она не посмотрит? Ну, давай. Доставай тоже. Сюда. Давай, хватай ее за хвост. Держи за хвост. Ну ты все вытаскивай. Не вытаскивай. Так, по одной. И это? Все, одну достань. Одну достань. Мы же честно играем, чтобы все было правильно. Идет и перевод. Все, достаешь. Раз, два, тяни. Одну. Девочка. Не по-честному, не честному. Ладно, ты чувствуешь, одна у тебя не мы же все берем по одной. Девочка. Цифра. Шесть. Уже была. Девять. У кого есть цифра 9? Мама, что сидишь? У тебя есть цифра 9. Доброе утро. Просыпайся. Я забываюсь. Мама, я тебе, сейчас. Потом ты, потом я. Все по очереди. Я вам даю выступить, ребята. Какая буква? Мам, что это, папа, я все тебе достаю, а? Л. Написано лошадь. Ландыш. Папа, мы с тобой на равные. Ее у вас по одной осталось. А у мамы еще одна. У нас всех? А у тебя? Офигенно. Ой, сломал батарею. Давай, что там у тебя? Укусил, что ли, тебя? Пока. Мимо! Барабанная дробь! И я достану. Пусть выиграет Ева. И нужно будет. Раз! Два! Выступить на давай, какая буква? Пионер! Мама выиграла! О, буква ща! Я! Подождите! Так это я не выиграла, это... просто. Ева, это у мамы только первое место. Ева, а у нас будет обижаться. Ну что ж поделать. У мамы первое место, у кого же будет второе место? Я буду у нас играть за Еву. Ева, пойдем с нами играть, дочь. У тебя будет второе место. Я выиграл! О!
давай, доставай. Тебя еще лет. Доставай. Мы здесь с папой на двойне. Да, я заел буду играть еще. Ну, спасибо. Е. И Ш. Это Ше. В. Ты меня догоняешь. Где ты должен вытаскивать? А, да? Ты уже не играешь, да? Конечно. Я за Еву думала. Так, давайте теперь ты. Ева расправится. Все, потом доставай. Буква А. Нету никого. Я достаю. Буква А. Что ж такое? Дайте 2-5 минут. Победила дружба! Ла-ла-ла! В общем, да, девочка немножко расстроилась, но это игра. Хотя ничего не поделать, но игра, ребятки, на самом деле очень крутая. Буквы, цифры, слова, знаки. Все можно учить, все можно просто вот в игре. Это очень крутая вещь. Ева с вами прощаться не может. Мы закончили игру, нашу вечернюю. Сегодня 1 сентября. Сегодня Федор наш ходил в школу первый раз. Ему все понравилось. Сегодня получил 5 у нас, да, Федя? По математике. Так что все круто. Мы пойдем отдыхать, тогда на школу снова. И говорим все. Все.